Так, туалет. 14-е. Где номера? 15-е, 16-е, 14-е. Нихао. Подъезжаем к городу Нанин. Юг Китая. Thank you.
Затопленная дорога. Вот такие у них умывалки и отдельный закрытый туалет. Красиво. Нанинское метро. Интересно. Как наша хрущевка старая. Ладно, хоть в шлемах ездит. Но не все, конечно.
Да, довольно чисто. Вон студенческий. Это, наверное, отцы-основатели. Дерево какое. Интересно. Thank you.
У них форма одинаковая, физкультурная. Как наши панельки, маленькие. Вот это точно общаги. То есть едят черепах, лягушек и змей. Туман ушел, теперь можно посмотреть на город.